праздником с нашей победой. Но не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы. Добрый вечер, Донецкая Народная Республика! Большую часть 20 века. Но это было возможно в силу того, что сама Украина была территориальным образованием единославянского мира. Но наш народ все еще надеялся, что Украина, исповедующая неонацистскую, российскую, русофобскую идеологию. Мы, народ Донецкой Народной Республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, объявляем, что отныне Донецкая Народная Республика является суверенным государством. Нас разделяют.